Нашел iPhone на улице, телефон был разряжен 1%, поставил его на зарядку. Сейчас разместил объявление в нескольких группах Верхней Пышмы. Думаю, найдется хозяин. Вообще посмотрим, как возможно ли найти хозяина данного телефона. Ну, телефон вообще-то включен, может позвонят или смс-ку сбросят. Надо вернуть, отдать телефон. Звонит Агарок, ответим, попробуем. Алло. Алло, Ванечка. Кто? Привет, привет. Привет, это кто? Я Ваня, Ваня звонил. Ты знаешь, я этот телефон нашел, позвони, попробуй найти хозяина телефона, и пусть он наберет сюда, я ему телефон верну. Так я могу забрать, я его друг просто. Не, ну пускай как бы хозяин заберет, я к хозяину готов отдать. Понял. Это, а кто это? Парень молодой или кто там? Да, там парень молодой. Ну вот, потерял, так что давай, пускай смс-ку скинет или позвонит, я поговорю с ним, доверну ему. Все, хорошо, понял. Все, давай, ага. Ладно. Ну, подождем, когда наберет он. Пока я сейчас хозяин, я приведу телефон в порядок, потому что он, конечно, в очень таком грязном состоянии. Надо протереть все входы, выходы, стекло. Вот, наверное, хозяин звонит. Алло. 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 Не хотят разговаривать. Алло. Папа, видимо, случайно позвонил. Алло. О? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы мой телефон нашли? Да, все верно. А где его потерял? А ты сам не помнишь, что ли? Нет. Интересно получается. На юбилейный был сегодня? Да, был на юбилейный. Ну, вот около магазина на стоянке там. А, понятно. А что это, как забрать можно? Ну, если ты сможешь приехать. Могу, могу. Ну, давай подъезжай, и я тебе передам его. Хорошо, ладно. Ты мне скажи какие-нибудь отличительные черты своего телефона-то хоть, чтобы подтвердить. У меня сзади красная рука. Ну, все верно, да. Угу. Давай ты сейчас через сколько будешь-то? Ну, минут 30. 30 минут и буду. Позвонить-то будет с чего, да, когда подъедешь-то? Да, будет, будет. Ну, давай подъезжай тогда. Давай. Угу. Вот, хозяин нашелся. Алло. Алло, Ваня. Нет, это не Ваня. А где он? Через полчаса перезвоните. Окей. Алло. Алло, ну я подъехал. Ага, к девятиэтажке? Да, к девятиэтажке. Привет, привет. Держи. Спасибо, спасибо огромное. Ну. Возьми вот хотя бы, что есть 200. Давай, ну. Не переселяй больше. Спасибо. Найдешь, возвращай телефон и тоже. Ага. Ладно, давай. Да. Тебе звонил сейчас брат какой-то. А? Брат какой-то тебе звонил сейчас. Ага, понял. Давай. Спасибо.